Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Привет, 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 привет. Привет. Друзья, мы сегодня приехали в поселок или деревня, наверное, это поселок или деревня? Чиралы. Ну, наверное, поселок, да, больше. Называется Чиралы. Находится от Анталии примерно час-полтора езды от центра Анталии. Мы приехали сюда в ретрит-центр. Я отдельно на него сделала обзор. Но мы приехали здесь не на практику, мы приехали просто отдохнуть, посмотреть другой вид отдыха, да, другой вид проведения выходных, так скажем. И сейчас мы едем на пляж, месте, в котором мы остановились на одну ночь, это ретрит-центр. От него до моря ехать примерно минут 15-20 на машине. Вот, и мы сейчас как раз едем в этот поселок Чиралы. Я хочу вам немножечко про него рассказать, да, показать. Ну, это вообще отдельная такая Турция, можно сказать, отдельное вообще такое местечко, интересное. В основном там, ну, там есть, конечно, отели, пансионы, но он такой более, можно сказать, как дикий, что ли, вид отдыха. То есть в отелях в основном только завтраки, то есть нет такого, все включено. Очень много места для кемпинга, можно приехать с палаткой, можно приехать. А мы заезжать будем где Олимпус или где Чиралы именно? Олимпус? Там далеко, нам пешком-то идти потом до пляжа. А если с другой стороны где Чиралы? Мы сейчас вот заехал, хотел через Олимпус проехать. Здесь получается Олимпус и Чиралы именно. Я хочу через Чиралы именно, в Чиралы заехать. Вот, потому что Олимпус там... ну, немного далековато идти будет, мы там уже 500 раз были, я уже много раз там показывала, вот, а сегодня именно хочу в Чиралы заехать, показать. Такая прям, ну, для меня это как деревушка, она выглядит, в общем, что я сейчас вам все говорю, давайте я вам просто покажу, сейчас вы сами поймете, о чем я говорю. Вот мы сейчас съезжаем с главной трассы, именно в Чиралы. Мы здесь тоже много раз были, здесь, кстати, есть гора Химера, на который вечный огонь, тоже поднимались туда года три назад, наверное, да, это было прям, мне кажется, давно очень. И вот мы сейчас будем спускаться вниз, тут везде горы, очень красиво, природа здесь обалденная, сосна. Так, ну мы вот уже почти в самый низ спустились, и здесь тоже начались такие отели. Отели в основном бутик-отели, они в виде, ну, бунгало, да, то есть такие домики. Есть даже некоторые такие, как на деревьях домики. Ну, в общем, разные. Здесь очень много достопримечательностей, как я уже сказала, вот гора Химера есть, плюс античный город есть. Ну, в общем, такого все очень много интересного. Мы сейчас доедем прям до пляжа. Здесь очень красивый пляж, очень чистое море, прозрачная водичка. Ну, по крайней мере, было так раньше. Надеюсь, ничего не поменялось. Вот. Сегодня выходной, поэтому немного так многовато машин. Ну, вот почему я говорю, что мне напоминает просто как деревушку, да, потому что... собственно, такие маленькие. Это мы здесь где-то завтракали, помнишь, что я с Максимом, с Катей, нет? Да. Сюда, да, куда-то мы приехали, я помню. А река здесь была уже, высохла. Может быть, зимой тут что-то есть такое. Маркет. Ну, нам надо где-то припарковаться. Ой, собачка. Чтобы можно было прогуляться. Тоже видео снимается, да. Повторяет за мной. Сюда автобусы, кстати, тоже ходят. Нет, туда сетевых магазинов здесь, наверное. Да? Мигрос, нет, туда такого магазина. Да? Посмотреть, нам просто магазин еще надо будет тоже заехать. Мы здесь, кстати, в каком-то отеле, по-моему, даже останавливались один раз, мне кажется. Блин.
все маленькие домики прям. Я все маленькая домика. Как миник, да, маленький? Не домика. Домика маленький. Не маленький? Пансион. Пансионы такие. Бунгало, отель. Мы приехали куда-то. Мы куда-то приехали, пока не понимаем, куда. Лаки с нами. Лаки с нами, да. Кирилл у нас остался там. Или три в центре. Лаки, не знаю, будет она купаться. Наверное, лучше не надо, потому что она сейчас будет вся... В бассейне собаке нельзя купаться. В море можно. Собака. Давай, да. Далеко не поедем. Собака. Море, собаке можно, да. Собака. Туда вот дальше, если ехать, там этот... Химера гора как раз таки, да? По-моему, в самом конце она находится. Да, там тоже есть пляж, там платный вход на гору именно. Можно подняться на гору. Там так очень красиво. И пламя, которое никогда не гаснет. Нашли мы какой-то вход такой к морю. Ну, такой дикий. Пляж есть, конечно, оборудованный. Хороший песок тут, да. Ну, здесь песок, а сам заход в море, он такой более каменистый. А мы думали тоже пойти на пляж покупаться, позагорать, но дети у нас категорически не хотят на море. Сказали, нужен им бассейн. Поэтому мы приехали просто посмотреть, снимать видео, показать вам. Лопатка? Да. Какая лопатка? Песок хочешь поиграть, что ли? Да. Но мы не брали, у меня все игрушки в этом. Пойдем камушки там поиграешь. Шезлонги все пустые. Там лодка на камне. Камушки там. Вот там, получается, вот в ту сторону, если вправо идти, там как раз-таки Олимпус. Вот здесь вот Чиралы именно, где мы сейчас, а вот подальше там Олимпус. Там покрасивее, конечно. Там рядом прям вот эта вот гора огромная. И... Да, Настя? Много, да. Вот видите, пляж именно от пансиона, Салих пансион, то есть отдельные такие пляжики, ох, далеко море здесь вообще, ай! Здесь много кого, господи, Настя лучше разговаривать, там вообще какой-то ее не переговорить. Да, здесь камни тоже, много камней, да? Да, в море много камней, и здесь много камней. Купаться, Лаки? Не, Настя, давайте ручку дам, а то ты сейчас упадешь. Я не добежала. Нет, здесь пустой вообще пляж, здесь шикарно, видите. Народа очень мало. Пляж красивый такой. Да, обалденно тут. Лаки, будешь купаться? Но если бы мы купались, она бы тоже залезла купаться. Готова? Что, можешь отпустить ее? Не, отпускать не надо, она сейчас к народу полезет. Ей жарко же. Смотрите, здесь водичка прям прозрачная. В принципе, здесь и заход хороший такой. Да не, мы нам прямо на нас все.
Не жарко она вон в холодной камушке. Да? Лайки. Ну вы не захотели, Демир, в море купаться. Все, понеслась копать. Купает, копает. Смотрите, она раскапывает, чтобы где похолоднее. Не влазишь? Лаки. Нос засунула. Лаки, ты уже большая, ты уже не влазишь так, такие маленькие. Тапочки дайте. В общем, чералы вот так вот. А. Камни поиграть хочешь? Есть камни. Посиди, посиди. Красота. Мы бы, конечно, искупались сейчас Лаки, но нам в машину садиться. Так делают. Ну, она грязная будет сейчас вся. По песку сейчас пройдет, мы ее не отряхнем. Домик поставили, да. Так, ну что, пойдемте? Еще чуть-чуть покопаем. Животом он ложится прям. Копай. Лаки любит, мне кажется, море, пляж, это вообще прям. Так, показали вам пляж, сейчас поедем дальше. Лаки очень сильно любит море. Да, ей очень нравится. Надо будет у нас тоже в Кони-Алты съездить. Ну, мой совет, если хотите на море, в принципе, здесь тоже хорошее, но вот там покрасивее будет, где именно Олимпус, туда вот подальше. Но почему мы туда не поехали? Потому что там парковка, и от парковки получается платный вход, и ладно, там неважно то, что он платный, идти далековато. То есть, если это лето, жара, там прям до самого пляжа идти далековато. Вон Слаки бегает там. Поэтому мы не стали туда ехать. Жарко, да, пойдемте в машину. Сейчас мы съездим еще в магазин, попробуем найти здесь какой-нибудь сетевой. Мы с Лаки гуляли, там мы через дорогу приходили, и мы побежали с Лаки. Мы говорили, Лаки бежал. Да, она бегает. Любит побегать. Мы когда с палатками ходили на две ночи, о, она там, у нее раздолье было по всему пляжу там. Да, снимала она. Бегали с ней. Мам, угу. Жарко еще, да. Уже середина сентября, а жара уже такая.
Здесь, кстати, очень много есть туры на яхте. Можно сходить куда-нибудь везде. Вон реклама прям много. Мы сейчас в магазин другой поедем сетевой, там купим. В общем, правильно я сказала, что это не поселок, а деревня, потому что тут вообще прям сетевых магазинов нет. Как выяснилось, мы сейчас заехали в обычный магазин, поэтому если вы планируете здесь отдыхать, лучше заранее заехать в Мигрос или А101 там. Вот в Олимпусе есть, здесь нету, к сожалению. Вот, поэтому пришлось в обычном покупать, в обычном магазине, естественно, дороже. Лаки, садись давай. В общем, немножечко показала вам, друзья, Чиралы. Если хотите такой отдых от всех, от шума, от гамма, от суеты городской, то это местечко вам точно подойдет. Рекомендую вам ехать, в принципе, от Анталии не очень далеко. Ну и такое очень умиротворяющее такое местечко. Спасибо всем за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.